Я ленинградец, и это как награда. Обязанность великая и честь, ведь след от слова страшного блокада у каждого из нас на сердце есть. Для меня быть ленинградцем – это чтить традиции. Быть ленинградцем – это идя по Невскому проспекту, помнить, что при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Для меня быть ленинградцем – это чтить память. Я ленинградец. Для меня Парк Победы – это место памяти павших за наш великий город. Я ленинградец. Для меня блокада – это завод, на котором дети делают снаряды. Я ленинградец. Для меня блокада – это ладога, дорога жизни. Я ленинградец. Для меня блокада – это кусочек хлеба, символ жизни и надежды. Я ленинградец. Для меня блокада – это госпиталь, в котором лежат раненые дети. Я ленинградец. Для меня блокада – это дорога жизни, по которой везли хлеб в город. Я ленинградец. Для меня блокада – это бомбоубежище, где дети прячутся от бомб и учатся. Без блокадного Ленинграда не было бы Санкт-Петербурга. Спасибо всем ленинградцам. Ленинград для меня – это город-памятник Победы. Быть ленинградцем значит посещать памятные места, связанные с героической обороной города. Я ленинградка, и для меня блокада – это память. Память о моих родных. Бабушки похоронены на Пискаревском кладбище. Бабушки, дедушки и юной маме, они все работали на дороге жизни, за что были удостоены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Быть ленинградцем значит помнить, как в самые холодные и страшные дни душу согревала поэзия Ольги Бергольц. Ленинград для меня родной город, в котором я живу благодаря подвигу людей. Для меня быть ленинградцем – это помнить историю нашего города. Я родилась и выросла в Ленинграде. Для меня быть ленинградцем – это любить свой город, знать его историю, помнить о своих близких, которые в годы тяжелой великой блокады жили в осажденном Ленинграде. Мой дедушка работал на Кировском заводе. Быть ленинградцем – это, услышав первые ноты 7-й симфонии Шостаковича, знать, что она ленинградская. Для меня быть ленинградцем – это принимать активное участие в сохранении памяти о блокаде Ленинграда. Мы – ленинградцы. Каждому ленинградцу знакомо имя поэтессы Ольги Бергольц, голоса блокадного Ленинграда. Именно ей первой было доверено произнести те памятные слова – ленинградцы, дорогие соратники, товарищи, друзья, блокада прорвана. Быть ленинградцем – это перелистывать фотографии семейного альбома, вспоминать о героических событиях. Мы ленинградцы, мы гордимся подвигом жителей блокадного города и воинов Красной Армии, защитившим Ленинград от фашистских захватчиков. Быть ленинградцем – это значит не только помнить о блокаде, но и рассказывать о ней другим, чтобы они тоже помнили. Блокада Ленинграда – это забытые мечты, а Санкт-Петербург – это мое детство. Ленинград – это красивый и мой родной город. Он пережил тяжелые времена, но он смог выдержать и отстоять победу. Для меня Ленинград – это родной город, который пережил войну. Я чту память тем, кто отвоевал для меня этот красивый город. Ленинград – город-герой, и он этого звания достоин. 27 января 2024 года исполняется 80 лет со дня снятия блокады. Мы благодарны людям, которые выжили и выстояли в это страшное время. Мы не забудем ваш подвиг. В холода, когда бушуют снегопады, в Петербурге этот день особо чтут. Город празднует день снятия блокады, и гремит в морозном воздухе салют. Гордитесь своим городом, городом Ленинград. Сохраняйте культуру и ценности, обычаи своего города. Не забывайте о том, какой ценностью достался вам этот город. Помните об этом.